Диапазон книг рассчитан на любой возраст. Это произведения психологической направленности, исторические издания, романы, детективы, а также научно-познавательная и учебная литература. Все книги уже прошли обработку и получили определенный шифр, по которому библиотекари смогут быстро найти произведение и автора. Всего в фонд Центральной библиотеки поступило 620 изданий, выпущенных за 3 последних года. Данные книги мы хотим передать именно в Пушкинскую библиотеку, поскольку основная интеллигенция у нас любит именно эту библиотеку. Вот, они ждут эти книги, и вот в ближайшее время они будут иметь возможность читать уже эти книги. Часть книг останется на абонементе Центральной библиотеки на улице Чайковского. Это историческая литература, учебные пособия для студентов, а также произведения современных авторов. Ознакомиться с изданиями читатели смогут уже сегодня.